Своим успехом Казахстан обязан лидеру. Нурсултан Назарбаев сумел сохранить в стране мир и ведет ее к прогрессу. В день первого президента Казахстана директор Института евразийских исследований Италии Андрей Джаноти в интервью нашему собственному корреспонденту подчеркнул роль главы государства в истории нашей страны. Выражаю мой искренний комплимент президенту Назарбаеву за его труд. Нельзя ни в коем случае считать самим собой разумеющимся тот факт, что в Казахстане сегодня царит мир и страна развивается позитивно. Не каждый государственный лидер обладает той чувствительностью и дальновидностью, которая есть у президента Назарбаева. Благодаря этим качествам он всегда управлял страной многонационально и осторожно, относился внимательно к обществу. Сегодня это большой успех Казахстана и его личный успех. В этот день я желаю президенту продолжать управлять страной с той же осмотрительностью, с какой он это делал все 26 лет.